уже в курсе, да, что у нас сегодняшний дня пропуска введены? Да, в курсе. У вас в наличии? Да, сейчас паспорт просто. В Сбербанке работаете? Да. А в каком отделении? Вот. Пропуск могу показать. А сейчас куда направляете? Вот, говорит. Ага, на обед? Да. Все, спасибо, счастливого пути. Пожалуйста, вот слышите, что у нас сегодняшнего дня введены пропуска? Да, конечно, у меня есть пропуск на работу. Дело в том, что я в магазин хожу. Мне нужно еще вот в рынок за мяском сходить. А вы где работаете? Я работаю вот в Севере, здесь вот, вот в наших домах. Где? Север и статистик. Ну, я в магазин. В магазин же можно пока ходить? В магазин можно, а вы живете где? Вот здесь живу, вот статистик ЖСК. Вы там проживаете в этом доме? Да. А адрес какой? Адрес какой? Большая Казачья, 59, дробь 65. А, продвигаетесь в магазин? Да, совершенно верно. Ну, о правилах ознакомились? Совершенно верно, конечно. Маска, перчатки, все. Вы в курсе, что у нас введен режим самоизоляции с 20 числа в Саратовской области введен режим пропусков? Согласно постановлению 208-Р с изменениями. А почему вы здесь находитесь? Работаю. Где? Вот, на территории. Пропуски есть у вас? На данный момент еще не сделал. Еще не сделал. Да, завтра будет сделан пропуск. Но мы вас сегодня предупреждаем, сейчас вы должны покинуть данное место, данную улицу. Никаких и проблем. Пойти домой. Никаких проблем. Сотрудник полиции. Если вы пропуск. Завтра, если вам выдадут пропуск, то постарайтесь сделать его в кратчайшие сроки. Хорошо. Все понял. Проживаете где? Большая Казачья. 53-59. Ну это вот соседний дом, да? До свидания. Я работаю. А паспорт можно? Да, конечно. Стою. Только паспорт поменяла там сзади. Ничего страшного. А где ваша организация находится? Юридический адрес в Самаре, а вообще Вольский тракт. А вы что здесь делаете? Я мерчендайзер, я хожу по магазинам. Ну вы... Маска, курсе, перчатки, что все есть. Вы запрещено посещать места отдыха граждан. У нас есть разрешение. Места отдыха граждан запрещены абсолютно. Да, мне даже поесть вот негде. Я села поесть, чай попить. Мне даже поесть негде. В магазинах нельзя. Я понимаю, но мне вот как вот бомж. Мне нельзя. Мне негде. Вот я села перекусить. Саратовской области введен пропускной режим в связи с распространением коронавируса. Будьте внимательны, бдительны и не нарушайте режим самоизоляции. Всего доброго.
Добрый день, старший инспектор ДПС, старший лейтенант полиции Акимов. Пошли. Водительский автомобиль. Павел Евгеньевич, пропуск имеется у вас? Имеется. С вами супруга едет? Да. Тоже с пропуском, да? Супруга едет из больницы, я ее забрал сегодня после... Едете домой, правильно? Едем домой.